Бусидо. Путь воина. Наоки Сана против Киёши Тамура. Это выходит из раздевалки Наоки Сана. Кстати, он принимал участие всего-навсего в 5 боях с тех пор, как вступил в ряды UWFI. Однако сражался он с лучшими представителями Бусидо и показал себя очень серьезным противником. Всего раз он встречался с Тамурой до вот этой схватки и проиграл. Конечно же, жаждет Сана реванша. Это Киёши Тамура выходит из раздевалки в сопровождении представителей федерации, представителей Бусидо. В последних 5 боях Тамура потерпел лишь одно поражение. Вы представляете себе? Сана очень стоит остерегаться его ударов ногами и болевых захватов. Тамура, как говорится, в этом деле собаку съел. Наоки Сана, он с острова Хоккайдо. 28 лет этому бойцу, 5 футов 10 дюймов его роста, 220 фунтов вес. 5 боев, 2 победы, 3 поражения. Но мы понимаем, что это матч-реванш, поскольку Наоки Сана проиграл. Проиграл он в единственном бою против Киёши Тамура. Ну, что касается Тамура, то он из Окаямы, 24 года. Этому парню 200 фунтов его вес и 6 футов ровно рост. «21 бой провел Тамура на ринге и 15 одержал победу». Кстати, в своем прошлом бою Тамура одержал убедительную победу над Bad News Алленом благодаря совершенно сумасшедшим ударам ногами. Сана очень хорошо зарекомендовал себя в парных боях. Бился он, кстати говоря, с Такадой против Олбрайта и Дэна Северна. Ну, одно то, что он бился с Такадой, что Такада взял себе в напарники Наоки Сана, говорит о многом. Так что, уж по крайней мере, уважение публики Сана заслужил. Но уважение уважением, а этот поединок для Сана принципиальный. Матч-реванш после поражения от Киёши Тамура в предыдущем бою. Вначале, естественно, разведка. Ну, мы уже к этому привыкли, когда речь идет именно о матчах-реваншах. И хотя Тамура понимает, как ему можно обыгрывать Наоки Сана, он тоже решил не форсировать события. Но это его право, поскольку, как известно, поединки могут длиться достаточно долго. А с другой стороны, нужно дождаться единственной ошибки соперника, мгновенной, секундной потери концентрации, и на этом бой завершить. Ну вот, потихонечку Тамура начинает включать скорость и вспоминает, что обладает он очень неплохими ударами ногами. Но Наоки Сана прекрасно понимает, с какой стороны ждать ему неприятности, и по этому поводу не подпускает близко Тамуру. Борьба перешла в партер. Сейчас Сана пытается
используя захват шеи, перейти к болевому на ноги, но не получается. Сейчас... Ну, вот такие вот попытки в исполнении Сана, я думаю, что они не будут иметь продолжения, поскольку Тамура достаточно искушенный боец. Ой-ой-ой-ой, вы посмотрите. Ну что, неужели бой так и закончится? Сложно в это поверить. Вы посмотрите, как великолепно ушел от захвата Тамура. И уже перешел в контратаку. Теперь уже Сана не позавидуешь. Пропустил он удар, во-первых, по ребрам. Интересный, интересный поединок. Никто не хотел выступать. Это совершенно очевидно. Несмотря на то, что внешне Киёси Тамура выглядит более легким по отношению с Наоки Сано, опыт у Тамуры, несомненно, должен в итоге взять верх. Он призывает Сану действовать более активно, провоцируя таким образом, что ли. Хотя создается впечатление вот в данную секунду в том числе, что Наоки Сано не видит какого-то реального развития своей атаки, не видит продолжения. И думается мне, что сейчас Киёси Тамура, конечно, не позавидуешь, но я думаю, что Тамура сможет расцепить захват. Хотя нет, я ошибся, это тем более приятно. Все-таки Наоки Сано вот этой атакой своей показал всю серьезность своих намерений и серьезность своих действий в этом бою. Неплохо. Сейчас атаковал Тамура, но, судя по всему, прошел удар в пах. Сано показывает, что никаких обид он не держит в отношении Тамура, что всякое бывает. Ну, промазал, что делать. Пожали они руки друг другу. Ну, действительно, всяко бывает. Сано показывает, что он тоже не прочь атаковать ногами. Ну что? Что же будет сейчас дальше? Вот такие захваты. Ох, как! Но, по-моему, этот удар не прошел. Мне кажется, сам упал. Даже не упал, а просто не удержал равновесие Киёси Тамура. И таким образом немножечко пошатнулся, но очень быстро пришел в себя. Мы это видели. Хотя вот такого рода прыжки, они, конечно же, добавляют зрелищности поединкам. Все время вспоминается бой с участием Виктора Зангиева, да, когда он несколько раз, и уже, кстати, не в одном бою показывал, как можно уходить от захватов таким вот образом, с помощью прыжка прогибом из положения партера. Очень красиво, очень эффектно. И вот только что Киёси Тамура продемонстрировал, что в плане зрелищности он не уступает, по крайней мере, пытается не уступать Виктору Зангиеву. Посмотрите, сейчас попытка болевого. Ох, сцепились два титана. И хорошо, очень хорошо сейчас атаковал Сано. Пока, по крайней мере, по очкам у Наоки Сано преимущество. Бой продолжается. И вот сейчас бы Тамуре атаковать ногой, но вместо этого борьба перешла непосредственно на ринг.
оттаскивает Тамура Сана на центр ринга, чтобы не дать возможность тому подползти к канатам. Ну что, дойдет этот болевой до логического завершения или все-таки нет? Ох, как Тамура атакует, посмотрите. Ну что, сможет ли Наоко Сана доползти до канатов или вырвать свою ногу из этого болевого? Да! Удалось. Сначала рефери подумал, что, может быть, Наоки Сана признает свое поражение вот этими вот действиями, но нет, это были лишь отвлекающие удары в исполнении Сана. Отделался легким испугом Наоки Сана, хотя неплохо сейчас провел этот отрезок Тамура. И уже сейчас Киёси Тамура в неприятном положении. Ему нужно захватить ноги Наоки Сану, но не удается. Двигается он канатом. Ну и все, пожалуй. Да. Упустил преимущество Сану. Упустил. Позволил сделать такое некое подобие кувырка Наоки Сана Киёси Тамуре. И все начинается сначала. Что будет делать сейчас Тамура? Попытка бросить через себя, но Наоки Сана уже предпринял защиту. Смотрите, двойной взаимный захват лодыжек. И у кого хватит сил? Да, сил больше оказалось у Тамуры, и счастье Сана он искал в канатах. В принципе, там он их и нашел. Эти самые канаты, и таким образом обезопасил себя. Почему Тамура не атакует ногами, не очень понятно. Но все время идет на сближение с Наоки Сана. Зачем ему это надо? Обладая очень хорошей техникой ударов ногами, казалось бы, Киёси Тамуре нужно как можно больше использовать эти самые удары. А вместо этого пропускает бросок через себя. И попадается Наоки Сана на контратаку. Нет, опасность, похоже, миновала, и уже атакует Сана. А похоже, проходит эта атака у Тамуры. Все меняется очень быстро. Победа! Победа Киёси Тамура. Вы видели, великолепно он захватил и кисть, и предплечье Наоки Сана. И обеспечил себе таким образом победу болевым приемом. Молодец. Победителем объявляется Киёси Тамура. Теперь в его активе 16 побед в 21 проведенном поединке. Определенно, это очень многообещающий боец. Победитель этого поединка Киёси Тамура.